На две порции шницеля нам понадобится 100 граммов фарша из свинины, говядины или смешанной, немного репчатого лука, четверть стакана воды или молока, 2 ломтика черствого белого хлеба, сливочное масло, столовая ложка панировочных сухарей, немного растительного масла, консервированный зеленый горошек 1 банка, соль и перец. Сначала подготовим хлеб, срезаем корочку и замачиваем мякоть в воде. Тот случай, когда зачерствевшие ломтики пойдут в дело. Он лучше впитывает и удерживает влагу, и в дальнейшем изделие шницель получится более сочным. Размягченный хлеб пропускаем через мясорубку вместе с фаршем и луком. Добавляем в фарш соль и перец и будем перемешивать, смачивая руки в воде. Можем добавить жидкость, которая осталась после замачивания хлеба. Смотреть надо по консистенции. Отбиваем это для того, чтобы в процессе тепловой обработки изделия не треснули. Высыпаем на разделочную доску панировочные сухари. Делим фарш на две части и формируем шницели. Кстати, прямо сейчас вы можете сделать из них биточки или котлеты. И вот почему. В рабочих столовых, в школьных столовых, когда ассортимент был небольшой, а надо было посетителей чем-то удивлять. Поэтому из одной и той же массы готовили, только разную форму придавали – котлеты, биточки, шницели. Жарим шницель на раскаленной сковороде до золотистой корочки. И сделаем гарнир – зеленый горошек. Подойдет как замороженный, так и консервированный. Его обязательно в качестве гарнира надо прогреть. То есть в этом бульоне, в котором он находится, доводим до кипения и отвар сливаем. Выкладываем шницели на противень и ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, на 5-7 минут. Тем временем добавляем в горошек сливочное масло, чтобы гарнир был вкуснее и калорийнее. А еще поджарим перец. Прям крупными ломтиками и обжарим. Минут 5. Готовые шницели выкладываем на тарелку. Добавляем зеленый горошек, перчик и поливаем растопленным сливочным маслом. Рецепт шницеля с зеленым горошком. Размягчите черствый хлеб в воде, соедините с фаршем, луком и пропустите через мясорубку. Сформируйте шарики, посыпьте панировочными сухарями и сформируйте шницели. Обжарьте до золотистой корочки, затем запекайте 5 минут в духовке при 180 градусах. Консервированный зеленый горошек доведите до кипения и слейте отвар. Поджарьте на растительном масле болгарский перец. Выложите на тарелку шницель, горошек, перец и полейте блюдо сливочным маслом. Готовим по проверенным рецептам вместе с опытными кулинарами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски программы.